Отправь меня в больницу. Почему здесь мачете нет?
нужно спуститься. Заперто. Нужна ключ-карточка. Сейчас начнется. Thank you.
Драг-дилер. Где?
Сильный мальчик. Да что ли, блядь? Сознание подопытного. Симптомы – острая боль в стволе мозга у точки введения. Затем, по мере расширения капилляров, постепенно усиливающееся кровотечение. Со временем деградация эго порождает сильные суицидальные тенденции. Подопытные забывают, кто они, становятся податливыми, словно глина, и их можно превратить в мое подобие. Но не в меня. Что-то не дает мне полностью удержаться внутри. Сознание подопытного. Симптомы – острая боль в стволе мозга у точки введения. Затем, по мере расширения капилляров, постепенно усиливающееся кровотечение. Со временем деградация эго порождает сильные суицидальные тенденции. Подопытные забывают, кто они, становятся податливыми, словно глина, и их можно превратить в мое подобие. Но не в меня. Что-то не дает мне полностью удержаться внутри. Thank you.
Джозеф! Слава богу, ты цел. Не знаю, кто я, но явно не цел. Ты меня сюда принес? Боже, что случилось? Голова словно... Словно... Ты это слышишь? Нам нужно уходить. Идти можешь? Да, я... Джозеф! Рано меня списывает со счетов. Надо выбираться, да поживее. Ствол откуда сделают. Ебать, мы сорока. Будь на чеку.
Хитро. Зачем ее вообще заминировали? А пройти-то мы тут сможем? Отойди. Попробую обезвредить. Это. Нихуя не хочет. Да хочет его. Это за звук? Какой-то будто электронный. Fuck you, бля. Джозеф, после случая с Коннелли я подумал... Я не знаю, что на меня нашло. Я плохо себя чувствовал, но... Слушай, давай сначала выберемся. Здесь творится какая-то чертовщина. Да. Я в порядке, не беспокойся. Иди. Давай побыстрее. Да, что-то сейчас будет, значит. Ебать, блин, я не хотел. Кидман! Отсюда! Погоди! Это еще одна ловушка. Смотри. Ах.
более сложно. Джозеф, ты в порядке? Да, все нормально. Думаю, тебе лучше спуститься. Держись, я сейчас. Черт, давай быстрее. Четыре ножи. Давай побыстрее. Thank you.
Пульт пропал, блядь. Не туда, нет. Нет, нет, не туда, нет. Столько новых пациентов, и никто не выписывается. Отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите меня! Хорошо, 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 хорошо. Берегите себя. Кидман! Вытащите меня отсюда! Погоди! Это еще одна ловушка. Смотри! Более сложно. Джозеф, ты в порядке? Да. Все нормально. Думаю, тебе лучше спуститься. Держись, я сейчас. Они идут. Я сам с ними не справлюсь. Тварей. Быстрее!
тяжело идти. Теперь мне лучше. Берегись, у них динамит! Давай ты, блядь. Берегись, у них динамит. Давай. Боеприпасов нет. Это уже все? Кажется, это еще не все. Еще пруд! Не геройствуй, отходи! Да бежи ты, блин!
Черт! Могло быть хуже. Тебе стоит на это взглянуть. Не могу открыть. Думаю, где-то здесь должна быть панель управления. У нас мало времени. Куда идут эти кабели? Я схожу. Говори, что делать. Смотри на панель управления. Там такие же циферблаты, верно? Ага, верхний и нижний. Выстави верхний на 22, а нижний на 5. Давай побыстрее. 22 на верхнем и 5 на нижнем. Раз, два. 22 на верхнем и 5 на нижнем. Два на верхнем и 5 на нижнем. Кейтман в беде. Давай ты, блядь. Ты в порядке? Джозеф! Кидман! Прыгали, блядь. Вообще все стволы, все исчезли. Держитесь, я иду.
Еб ты, блядь. Куда они делись? Кидман, ты здесь? Держитесь! Где гранаты? Себастьян!
все в порядке. Пара синяков, все хорошо. Ладно, если да, получается. Получилось? Чуть-чуть. Если бы не ты. Похоже, дверь заперта с другой стороны. Себастьян, может, поднимем эту штуку, а Кидман пролезет и откроет с другой стороны? Поможешь нам? Ладно. Идем. Пойдем. Я так рад, что вы живы. Странно. Почему они поймали тебя? Они убили сразу. Может, он решил, что я не опасна? Он? Опять эта дверь.